Всем привет, с вами Алекс и сайт RMPC.by. В этом видео в очередной раз начинаю проходить, ну, по крайней мере, немного осваивать, не знаю, насколько меня хватит, игру Polis Tactics Imperio, так сказать, если по-простому, симулятор шефа полиции. То есть мне, получается, дается город, и я должен буду бороться, ну, то есть настраивать все самые такие основные тонкости и нюансы полицейского департамента, участка, и бороться с преступностью. В конце концов, я буду должен обезвредить вот эту главную преступную супергруппировку Империо, которую уже почти однажды удалось, так сказать, обезвредить и почти всех ее участников посадить, но глава сбежал. Сейчас он, кстати, вроде бы скоро объявится. И я должен буду бороться с этой организацией. Ну, как это будет у меня, насколько успешно получаться, посмотрим. Так, значит, сейчас у меня пока очередное преступление. Давайте направляюсь туда. Да оценка совета. Мы поражены вашими талантами. Ежедневный отчет. Да ладно, спасибо, ничего такого. Это экран ежедневных отчетов. Появляется раз в день. По нему вы сможете отслеживать результаты последних 24 часов. Ваши результаты также оценятся городским советом. Чем они лучше, тем больше финансирования вы получите. Ну, так как в жизни, теоретически. По крайней мере, при этой системе социального устройства. Здесь отображается ваша повседневная деятельность. Это ваши сегодняшние действия. Поймано преступников 2, закрытые дела 2. Хорошо. Здесь указаны ваши доходы. Отлично. Награда совета 904, очки репутации 500. 1500 за день заработал. Так, всего трат. Траты были, зарплаты ушли за день, техобслуживание и всего затраты. Круто. Так, наконец, в правой части экрана указаны уровни безопасности каждого из доступных районов, а также доход с них. О, круто. Это тоже очень интересно. Не забудьте, что проверять баланс в окне финансов вы можете в любой момент. Отлично. Все, я направляюсь. Происходит какое-то преступление. Давайте. А, кстати, я не посмотрел, сколько их здесь получается. Один подозреваемый что-то делал, устроил какой-то поджог. Круто. Приехала моя патрульная машина. Подбегает сотрудник. Один из ваших подчиненных набрал достаточно опыта для повышения. При повышении вы можете использовать одно очко навыка для повышения одной из шести ключевых навыков сотрудника. Стоп. А, все, обезвредил. Доступные очки навыков можно посмотреть на панели персонала. Откройте панель персонала, нажав на выделенный значок левой кнопкой мыши. Хорошо, нажал. Навыки. То есть у одного сотрудника выберите сотрудника с доступными очками навыка. Так. Хорошо, где такой сотрудник у меня? Он получается... Показать всех. А вот он. Кен Аллен. Так, 75. Что тут у меня получается? Выберите сотрудниками с доступными очками навыков. Так, что тут у меня? Сдерживание. Усилит сотрудника при противодействии беспорядкам. Один из трех, три из трех. Это что? Тактика, как правило, применяется с бойцами спецназа. Бойцами спецназа увеличивает эффективность сотрудника ситуации с захватом заложников или противодействием особо опасным преступникам. Криминалистика используется сотрудниками при просмотре места происшествия. Расследование. Чем больше этот навык, тем больше шансов получить важную информацию. Внедрение, как правило, применяется. Ну, давайте, наверное, сдерживание. Усиливает сотрудника при противодействии беспорядкам. Давайте пока вот это. Стоп. Текущий ранг, хорошо. Уволить не буду, увольнять. Так, секунду, ладно. Если не этот сотрудник, то тогда какой? Так, подождите как. Секунду. К. Аллен, 2 из 12. Ну вот, вроде... А, Генри Хилл, получается. Генри Хилл. Стоп, секунду, что-то я не совсем... Текущий ранг 3, ну хорошо. Новичок.
Обзор. А, медаль, медаль за отвагу. Хорошо, а что еще? Дает 0,5% к урону. Медаль за исполнительность, различные медальки, награды, имя сотрудника. Набранный опыт до следующего ранга и зарплата. А, получил вот ранг до следующего здоровья. Все это видел, все это нашел. А, вот, все, это подробная информация о сотруднике. Все понятно. Это что такое? Патрулирование увеличит криминалистика, все эти дела. Ладно, в процессе разберусь. Так, это улучшить навык. Кстати, сейчас я могу это сделать, как я понимаю, да? Если новичок накапливает 4 очка для любого навыка, этот навык становится специализацией. Специализацию могут получать только новички один раз и безвозвратно. А теперь пора развить любой из навыков. Ну, давайте какой? Сдерживание, внедрение, так, агентами, расследование. Чем больше этот навык, тем больше шансов получить важную информацию от свидетелей в рамках... Ну, мне кажется, этот... Возьму расследование. Мне нравится расследование. Так, хорошо, где мои ребята? Вот они стоят, мой патруль пока единственный. Со временем приходится задействовать все больше и больше людей, чтобы справиться с растущим потоком задач. Вы можете нанимать новых сотрудников. Откройте панель персонала, нажав на выделенную кнопку. Так, то есть получается, ну, само собой, нужно следить за тем, сколько кому я буду платить. Так, пока у меня Хилл и Ален, два сотрудника. Открыть панель найма. Так, можно подобрать себе кого-то, нанять сотрудника. Давайте-ка подберем себе какого-нибудь паренька. Отличная работа, новый сотрудник нанят и ждет ваших приказов в департаменте. Чтобы завершить этот этап, нажмите далее. Так, в департаменте, хорошо, давайте я рвану в департамент, посмотрю, вот он ходит. Меган Холл. Детектив Аарон Смит. Мы получили еще одно сообщение о преступлении, и на этот раз злоумышленники уже успели уйти, однако у вас еще есть шанс их понять. Задействуйте криминалистов и детективов для сбора улик и поиска преступников. Перейдите к месту преступления для быстрого перемещения. Перешел. Выберите выделенного криминалиста. Каллум Мур. Чтобы щелкнуть. Так. И отправьте его на место преступления. Отправил. Нет, стоп, не отправил. Отправил. Так. Так, все, криминалист собирает улики. Пускай тут разбирается. Может, что-то соберет, найдет. Но что у меня в департаменте? Что тут Мур делает? Где, кстати? Комната агентов под прикрытием. Комната уличного спецназа. Уличного спецназа? Уличного спецназа. Лаборатория. Это экран ежедневных отчетов, появляющийся раз в сутки. Да, я знаю. И, кстати, эта информация вроде бы уже была. Ваша реализация, городской совет, деятельность. Странно, это вроде бы все уже я видел. Безопасность в районах тоже все видел. Может, это намекает, что мне нужно присмотреться к статистике. Но вроде еще за пару дней особо ничего такого не должно было произойти. Так, вот есть у меня... А, стоп. Нейтрализовать. Получается... Я что-то не понял. Так, стоп, секунду. Нейтрализовать подозреваемых. Давайте нейтрализуем. Что-то как-то странно. Вроде бы был там уже. Ну, давайте посмотрим, что там вообще творится. Что здесь будет происходить? Вроде бы здесь криминалиста я уже отправил, а может быть и нет. Так, приехал мой патруль. Один из ваших подчиненных набрал достаточно опыта для повышения. При повышении можете использовать... Странно. Случайно это было не повтор всего этого дела? Что-то как-то все странно. Вроде бы я уже... Или это второй, получается, получил опыт. Опять Хилл получил опыт. Но я же видел, что он получил. Блин, а что оно повторяется? Так,
Ну, я расследование хотел бы. Криминалистика, сбор улик. Ладно, давайте в криминалистику. Вкачаюсь пока. Ну все. Что дальше? Со временем приходит задействовать все больше. Да блин, да что за фигня? Я же уже это все делал. Почему второй раз? Так, ну нанял, все. Все. Почему оно по второму разу началось? Так, что дальше? Мы получили еще одно сообщение о преступлении. Еще одна преступленница. Криминалист. Необходимо обыскать его и собрать... Да блин, ну только что же я это все делал. Ну что за фигня? Осмотреть место преступления. Подождем, пока он закончит. Отлично, криминалист работает. Ну отлично, давай, я только рад. Брэдли Браун. Найди нам там что-нибудь вообще. Что там вообще может быть? Можно немножко ускорить, как я понимаю. Улики собраны. На месте преступления появляются свидетели, отмеченные значком «Вопросик». Разговаривать с ними можно любой из ваших сотрудников. Однако результат беседы зависит от навыков расследования. Лучшие показатели просто у детективов. Лучшие показатели, которые у детективов. Если навык сотрудника слишком низок, допрос обернется неудачей, снижая шансы на раскрытие преступления. Вот детектив. Выберите его и щелкните правой кнопкой мыши по свидетелю, чтобы поговорить с ним. То есть мне нужно обычно на допрос детективов посылать. Хорошо. Давай поговори, что ты узнаешь, что тебе расскажет свидетель. Что здесь произошло? То есть Эллен Йонг получает... Не, свидетель, секунду. Здорово, вы успешно допросили свидетелей. Дело продвинулось еще немного. Теперь ваши шансы на поимку преступников еще выше. Побеседуйте со всеми свидетелями, чтобы перейти к следующему этапу. Подсказка. Отдавая приказы полицейским, зажмите клавишу Shift. С ее помощью можно выстраивать последовательность приказов детективу, например, при допросе нескольких свидетелей. Отлично, сейчас так и сделаю. Так, выбрал Эллен. Кто у меня? Детектив Йонг. Так, ну здесь он же вроде бы один. Так, этого взял. Поговорить с этим. Но больше не вижу свидетелей. Вроде ж только один. Вроде бы пока только один. Пускай поговорит, может что-то. Посвятитель, вы нашли преступников и можете арестовать их. Таков один из возможных исходов успешного расследования. В некоторых случаях вам может понадобиться проверка документов для поимки преступников, бродящих или ездящих по округе. Используйте значки... Дело, чтобы перейти к преступникам, если вы их потеряли. Чтобы продолжить, нажмите далее. Подсказка. Фоновый цвет значка преступника подскажет вам, какого сотрудника лучше выбрать для этого дела. Иными словами, индикатор указывает на тип полицейского, наиболее подходящий на данном этапе расследования. В дальнейшем может иметь смысл направлять более сильное подразделение на задержание преступника. Ясно. Так, теперь вы готовы к большинству преступлений, с которыми можно столкнуться. Так, он идет сюда задерживать его. А нет, дальше. С которыми можете столкнуться. Еще один важный аспект игры – сюжетные задания. Это особые события, требующие ваше пристальное внимание. Каждое из заданий открывается по достижению определенной цели. Текущую цель и прогресс по ней можно узнать, наведя указатель мыши на кнопку сюжетных заданий. Чтобы завершить этот этап обучения, нажмите «Далее». Жму «Далее». Так, Брэдли Браун... Идет себе куда-то. Чем больше у вас сотрудников, тем больше транспорта им нужно. Чтобы сохранять мобильность, чтобы управлять полицейским транспортом, используйте панель транспорта, выделенную в нижнем углу экрана. Отлично, давайте с транспортом разберемся. Здесь вам доступна подробная информация по всем единицам транспорта. К ней относятся число мест, скорость, стоимость их обслуживания и бонусы к навыкам. Бонусы к навыкам – это усиление определенных характеристик у полицейских, находящихся поблизости. Это особенно полезно, когда вам необходимо небольшое прибавление к навыку для успешной поимки преступника или расследования дела. Значение бонуса указывается рядом со значками сотрудников, а также рядом со значками машины. Чтобы просмотреть радиус действия бонуса, выберите саму машину. Далее. Нажмите выделенную кнопку, чтобы перейти к экрану. Так, тачку выбрать. Выберите транспорт из списка и нажмите кнопку «Купить».
Пойдет. Вот эту тачку куплю. Вы уверены, что хотите купить? Да, уверен. Там сколько-то за нее заплати. Отлично. Теперь новый транспорт стоит на парковке департамента и готов к использованию. Не забывайте, что транспорт с свободными местами для сотрудников может ездить только если занят. Если вы ставите транспорт на улице, используйте команду вернуться в департамент, чтобы водитель отвез его назад на парковку. Чтобы завершить этот этап, нажмите далее. Так, ну примерно ясно. Примерно ясно. Кстати, вот мобильность, он еле-еле идет. Кстати, пришел в департамент. Так, что дальше? Я купил машину, она стоит в департаменте. Давайте перейду на экран департамента. Вот она стоит, тачка моя. Сюда можно кого-то посадить. Ребят, это у нас кто? Желтые, это у нас, наверное, кто их не криминал? Красные. Это, наверное, криминалист. Так, еще один криминалист. У меня получается два криминалиста. Три. А, не, у него развито. Да, криминалист. Странно. А здесь что развито? Так, есть, кстати, преступление. Нейтрализовать. Давайте, где моя патрульная машина? Пока давайте хотя бы с одним патрулем разберусь. Так, во-первых, вот здесь что-то. Сколько их? Возможно, у меня не хватит патруля, чтобы... Сколько? Восемь. Ничего себе. 8 человек. Сюда нужно 2 патруля или больше направить. Давайте сейчас тачку. Я, конечно, могу немножко... Немножко сейчас... Давайте их посажу в машину. Еще этого посажу. И эту тачку тоже направлю на это преступление. А здесь сколько их там? Один. Ну, давайте пока... Пока этот раскрою. Предотвращу или что здесь вообще происходит. Ну давайте пока здесь. Потом еще вот одно крутое. Какие-то беспорядки там. Так. Вот ребята пришли. Что они там обезвредили? Как? Похоже, вам доступно новое сюжетное задание. Секунд. Ничего себе, его что сбили? Нет, вроде бы нет. Все, отлично, взял еще одного. Подождите секунду, я хочу... Yes. Нужно вот сюда вот. И плюс... Этих тоже вот сюда направлю сейчас. Так. Секунду. А те уже подъехали. А эти еще на подходе, блин. Давайте, ребята, ребята, помогите им. Давайте, 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 все вместе, сосредоточьтесь. Так, ну пока сложновато эти маленькие цифры здесь. Что там вообще получится? Секунда, дайте я всех обезврежу. А потом перейду к этому сюжетному заданию. Так, что здесь вообще, ребят, творится? Пока не видно, особо непонятно. Что-то происходит, не понять пока что. Но явно что-то происходит. А здесь что? Да вот здесь этих 8 человек. Что-то здесь творят непонятное. Так, здесь в процессе. Осмотр места преступления. Тут и осмотр, и все. Я всех направил, то есть там... Пока в куче. Да, понятно, что потом по прошествии какого-то времени я смогу делать это все более определенно. Кого нужно уже просто на сбор улик, кого нужно на допросы, кого нужно на преследование. То есть, ну, достаточно-таки интересно, мне кажется, будет. Но нужно немножко освоиться с этими всеми новыми переменными, так сказать, со всей новой информацией, чтобы хорошенько ей... управлять и использовать ее. Так, ну что здесь? Осмотр 68%, 70%. Так, здесь 8 человек, какие-то беспорядки. Или 4, получается. 4 беспорядки. Так, 2 патруля. Сейчас я их, наверное, объединю в один и направлю. Так, ну что здесь у нас уже? 83%. Почти все. Так, время 2.38. Награды какие-то, деньги 3000 у меня сейчас есть. Так, ну давайте, что там уже 95.
Сбор улик завершен. Отправьте сотрудников допросить свидетелей. Для этого лучше всего подходят детективы. Хорошо, детективы. Здесь есть детективы у нас? Как мне посмотреть? Секунду. Давайте пока... Ладно, давайте. Детектив... А, вот, кстати, можно допросить свидетеля. Так, выйти из машины. Где тут выйти из тачки? Так, ну что, у меня, значит, очередной отчет, оценка совета по моим каким-то действиям. Закрытие дела, так, или это все то же самое. Ну, надеюсь, это будет не повтор, блин, опять того же самого. Блин, опять, да что за фигня, чего ты опять по 50 раз мне это показываешь, я понимаю. А, стоп, финансы, вот, финансы можно зайти и посмотреть, новые дела, все дела. Ну, возможно, это так нужно было, чтобы я больше... А нет, опять это появилась фигня, опять это дело появилось, да что за фигня такая? 5 часов они приедут, обезвредят. Да ё-моё. Дальность, оценка совета, опять оценка совета, да вы задолбали со своей оценкой совета. Или это я, может быть, как-то нечаянно нажимаю? Да вроде бы не похоже. Ну что за фигня? Ну я ж, блин, выбрал эту долбаную патруль этот. Так, хорошо. Патруль несется на всех парах. Странными, конечно, маневрами какими-то, но им виднее. Они все-таки на дороге. Так, патруль несется. Сейчас опять обезвредит. Опять на этой точке. Да что за фигня? Или, возможно, один набрал достаточно опыта. Да сколько можно? Он уже набирал этот опыт. Блин, да что за фигня? Он же уже набирал этот опыт. Так, давайте расследование ему дам очко. Все. А может быть, это уже какой уровень у него будет? 3-й? Может, все правильно идет? Со временем приходится задействовать все больше и больше людей. Да ё-моё, я же уже нанимал. Что-то здесь не то. Я вам серьезно говорю, что-то не то. Чего оно по 50 раз повторяется? Вроде бы я все сделал, все нанял всех. Мы получили еще одно сообщение о преступлении криминалистов для сбора улик. Да ё-моё, я же, наверное, уже... 5 криминалистов послать. Да что за фигня, чего оно по 50 раз? То ли убрать это... Секунду, давайте-ка я... Так, сохранить, где про... Это... Перейти к обучению. Да зачем мне ваше обучение? Мне уже надоело одно и то же делать. Так. Я хотел бы идти дальше по сюжету. Так, криминалист работает. Да сколько уже можно ему там работать? Так, что мне здесь еще? Скрыть маршруты патрулей, показать. Движение подразделений. Стратегический режим. Показать меню. Так, хорошо, управление патрулями, финансы F5. Так. Все, ну теперь допросить. Блин, я уже допрашивал, ребята. Сколько можно? Так, шифтом могу сейчас одного и потом второго. Вроде бы, ну сказали, что через шифт можно выбрать сразу несколько. А да, так и есть, все с этим поговорил. И сейчас с этим удачно соберет свидетельские показания, что даст ему возможность быстрее расследовать дело. Сейчас вот он идет, пошел себе расследовать дельце. А, вот у меня, чтобы начать следующее задание, выполните эти условия. Закрыть дел 4. Текущий прогресс 3 из 4. Хорошо, ладно, мне еще одно дельце закрыть. Так, здесь что происходит? А, вот здесь какая-то терки, какие-то 0 из 3. Откройте панель транспорта. Легко. Купите тачку. Тачечку, да? Или что там? Патрульная машинка. Здесь доступны тыры-пыры. Так, купите машину. Опять покупаю машину. Опять купил машину за 2200. Купил тачку.
Так, не забывайте, может, что транспорт со свободными местами для сотрудников может ездить только если занят. Так, если вы оставите транспорт на улице, это я уже помню, его могут забрать. Так, ну в плане отвезти в департамент, хорошо. Так, давайте рвану в департамент, посмотрю, где мой транспорт. Вот появилась новая тачка на 7 человек. Семерка. Так, давай ты пока в нее сядь. Кто еще здесь есть? Нанять сотрудников. Давайте еще найму. Так, так, стоп. Найму сотрудников. Или пока нельзя. Раз, два, три. Троих нанял. Откройте панель департамента. Теперь больше нет свободного места. Хорошо. А, блин, одних и тех же понабирал. Ладно, давайте посмотрим. Так, все, загрузил, ребят. Давайте, хочу сюда расследовать что-нибудь. Так, дело. Ну, давайте, давайте уже на этот раз я все-таки рвану вот на это дельце. Сюда вот. Так, патруль достаточно-таки близко. И надеюсь. Теперь в департаменте больше нет мест. Сделать это можно на панели нижнем. Откройте панель, если вы не хотите. Нажми второй, чтобы открыть панель. Открыл панель. Теперь больше нет свободного места. Все, 4 дела я открыл. Отлично, прохожу, наверное, дальше по заданию. Увеличить его вместимость. Ну, давайте увеличим вместимость. Команда офицеров. Вы уверены, что хотите улучшить это помещение? Да, хочу улучшить. Увеличил вместимость. Отлично. Это хорошо. Хорошая работа. Теперь помещение улучшено. Предел сотрудников или транспорта увеличен. Чтобы завершить этот этап, жмите далее. Нажал. Похоже, вам доступно новое сюжетное задание. Я надеюсь, статус текущего сюжетного задания или прогресса в открытии следующего отображается здесь, в верхней части экрана. Диалоговое окно для принятия доступного задания открывается этой кнопкой. Если задание активно, с помощью этой кнопки можно перейти к текущей цели. Обратите внимание, что нажав на кнопку «Вне выполнения задания», вы откроете доску расследования со сводкой прошедших сюжетных заданий. Хорошо. Чтобы выполнить задание, откройте сюжетную панель и нажмите кнопку. Открываю сюжетную панель. Совершено ужасное преступление. Вы можете принять задание или отклонить его с помощью соответствующих кнопок. Самое время принять задание. У нас 1.87 нападение с применением оружия летального действия. У нас убийство в кинотеатре. Подозреваемые сбежали. Займитесь этим. Ничего себе, убийство в кинотеатре. Да, это дело такое серьезное. В таких местах должно быть все тихо и спокойно. Так, это получается что ли здесь или как? Это вообще что такое? Да, вот поножовщина. Сейчас тут ребята будут работать как-то. Так, это я, наверное, пока закрою. Так, ну что, я в итоге... Сюжетное задание, но тут опять нейтрализовать 2.4. Да что за фигня? Закрыть дел 4. Я же уже все это закрывал. Почему оно? Блин, ну ребята, я не знаю, что-то, что за фигня. Почему оно меня постоянно отбрасывает назад? Потому что, ну, это уже начинает немножко бесить. В общем-то, вот, но опять автосохранено. И опять то же самое. Опять этот ежедневный отчет. Что за фигня такая? Честно говоря, наверное, чтобы вас уже больше... Ну, давайте пока закончу это видео. Как бы, ну, как-никак, все равно я с прошлого видео продвинулся дальше, немножко больше узнал. Но пока все это повторяется, не знаю почему. Давайте я попробую перепройду, и когда уже пойдет все дальше, запишу следующую часть этого симулятора шефа полиции. Ну, достаточно-таки интересно. Необычно, потому что, ну, иногда просто начинает надоедать. Однообразные одни и те же игры. А здесь достаточно-таки интересно. То есть посмотрим, как это все будет развиваться, какие будут события, насколько это будет глубоко и обширно. Так, ну на этом пока все. С вами был Алекс и сайт rempc.by. Не забывайте смотреть на ссылки в описании, потому что я часто ложу там много всего интересного. И на этом пока все. Спасибо за внимание.